добрался Денчик до высокого места. Сейчас мы покажем, что такое Красноярск. Перекресток Керенского-Копылова. Оживленный перекресток. Когда-то здесь было миллион аварий. Не знаю, сейчас они есть или нет. Тормашек недавно сделали, относительно, может быть, 2, может, 3 года назад. Это здание все давно здесь стоит. Остановочка Луначарского. Вот это мы идем в сторону центра. Видим типовую 16-этажечку, типовую 9-этажечку, 97-й, да? Поехали. Поехали. Куда поехали? Красной армии. Вот это 14-этажечка. С нее, возможно, еще что-нибудь снимем. Красноармия 121. Там видим далее Спасский, БЦ. Бизнес-центр Спасский. Вот это дом такой вот желтенький, Пушкина 32, новый. Там уже видим в центре дома, вот белый на Дубровинского дом. Южный берег уже, правый берег. И мост. Наш главный коммунальный мост через жилкомплекс Параллели. Вот они строятся, два дома. Это Сэм-Сити, да? Ну, это просто домики у нас на Копылова, на Керенского. Вот эти вот желтенькие, красненькие домики. Вот этот и вот этот. Это общажки на Пицковее, границе железнодорожного района Кадыского. Чуть далее дом это Минжинского 18А. Вот оно. Вот эти дома Енисея строй, Новосибирская 531. Много там квартир продается всегда. Так, вот этот дом. Обычная панелечка Пицковели 71. В нем раньше был магазин Советское Солнышко. Розовый дом Яковлева 1А. А Яковлева 1 это уже улучшенная планировка. Что здесь видим? Так, сейчас я вам скажу, что это такое. Это у нас все дома по Новосибирску. Вот этот дом. Часть, которая начинается где-то от Пицковели, кстати, новые там дома, и до Керенского. Дальше Керенского, в принципе, тоже еще считается Николаев. В общем, Николаев и делим минимум на 5 частей. Вот. По сути, весь этот железнодорожный район Николаев. Там вот дома на Мебеля, на Чкалова. Что
вот с левого угла сильно ничего не увидим. Увидим только вот эти богатенькие дома. Это дома по улице Баумана. Очень там дорогие квартиры, очень там дорогие машины стоят во дворах. Прям как подобраны. Это дома еще по адресу улицы Новой Зари. Вот долгострой. Не знаю, миллион лет уже строит.